Установлены, так скажем, диваны для отдыхающих, урны. Вот. И идет периодическая уборка этого сквера за средства района, как незакрепленная территория. Вот. Есть желание определенные, все-таки определить, так скажем, границы этого сквера максимально, придать ему определенный статус, закрепить за организацией, которая будет его содержать, и включить его в концепцию развития, посмотреть, то есть, как можно обыграть целиком эту площадку. Соответственно, напротив у нас территория, да, Михаил Владимирович, получается, она более-менее у нас благоустроена, соответственно, там установлены МАФы, игровое оборудование, содержится она у нас, ее можно было бы, в принципе, как бы связать, посмотреть в виде зонирования этих двух территорий по смыслу, то есть где-то одно направление, где-то другое, там может быть вот этот сквер, он чисто для отдыха, там, скажем, людей более возрастного, так скажем, уровня. Это площадка, потому что там много детского оборудования как бы для зоны детей. Вот. Дальше мы двигаемся, у нас можно использовать площадку улицы Победы, пересечения с Пугачевской, вот эту часть, где сегодня у нас идет, соответственно, мини-рынок, вот, стоянка и бараки. Вот. Учитывая все-таки потребность жителей в торговле, потому что, проводя анализ, все-таки вот рынок промышленного района достаточно далеко, вот, ценовая политика, допустим, не всех устраивает, все-таки рассмотреть возможность либо благоустройства этой территории, либо организации здесь цивилизованного, так скажем, я пока, чтобы не цеплялись к моим словам, там, я не знаю, крытого рынка, объекта торговли какого-то там, вот,